Лобовое столкновение на трассе Мирефа-Павлоград. В районе села Лялюки Харьковского района пассажирский автобус врезался в фуру. По предварительным данным, именно водитель автобуса с пассажирами по неизвестным причинам не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком «Рено». В результате с места аварии скорая забрала сразу четверых – обоих водителей и двух пассажиров автобуса. Чуть позже еще нескольким участникам аварии также понадобилась помощь медиков. Близко першої години ночі до медичних закладів також обратилися ще три пасажири автобусу. Характер травм при дорожньо-транспортній пригоді – струс головного мозку, черепно-мозгова травма, переломи, ушиби, вивихи. Самые серьезные травмы у 48-летнего водителя фуры. У мужчины открытая черепно-мозговая травма. После немедленной операции пострадавшего перевели в реанимацию. Галина Шподарева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».